Традиционный открытый турнир класса А по кикбоксингу «Кубок Ермака» в этом году проходил в новом центре единоборств. И этот турнир – один из первых крупных стартов в современном спортсооружении. Спортсменам и тренерам удобно. Сразу в двух залах одновременно идут поединки. Здесь два зала. Вот. А так как кикбоксинг делится на 6 дисциплин, это 3 площадковые дисциплины, то есть татами, и 3 ринговые дисциплины. И когда идет разделение на два зала, то есть не смешиваются потоки спортсменов, это очень удобно. И все приезжие делегации из других городов, и в том числе Республика Казахстан, это уже отметили. Более 450 спортсменов из России и Республики Казахстан спорят за лидерские позиции. Все спортсмены имеют квалификацию не ниже 2-го разряда. Всероссийский открытый турнир по кикбоксингу среди молодежи и юниоров – один из самых популярных и представительных турниров страны. Кубок Ермака проводится с 2003 года. Программа турнира включает 6 разделов – фулл-контакт, фулл-контакт с лоу-киком, лайт-контакт, лай-контакт с лоу-киком, поинт-файтинг и К1. По итогам соревнований, как и в предыдущие годы, победителей определяют в личном и командном зачетах. Сборная с наивысшим медальным результатом получает кубок победителя. Конкуренция всегда очень высокая. Кикбоксинг – вид спорта довольно перспективный, им занимаются сотни мальчишек. Для них, подрастающих чемпионов, сейчас в самом начале их спортивной карьеры каждый поединок особый. Мне бой понравился. В основном я выложился в 3-м раунде. В принципе, был красивый бой. В перспективе у областного министерства спорта проводить в центре единоборств наряду с региональными стартами чемпионаты России. Теперь условия позволяют. Центр будет доступен многим. Мы планируем здесь, что будут заниматься порядка 8 видов спорта. Такие как ММА, такие как кикбоксинг, тайский бокс, греко-римская борьба, грэплинг. То есть все виды, которые у нас как раз идут по линии единоборств. Поэтому центр начинает жить, начинаем проводить соревнования. Ну и надеемся, что этот центр привлечет и другие виды спорта, которые смогут здесь проводить, вот в этом зале, который рассчитан на 500 мест, где можно проводить абсолютно любые выставки, любые соревнования. За 3 соревновательных дня спортсмены провели 283 поединка. Из них на татами 200 боев, на ринге 83. В этом году амичам удалось завоевать 77 золотых, 49 серебряных и 66 бронзовых медалей. Ну а главной победой амичей все-таки стало то, что главный трофей турнира – Кубок Ермака – остался в Омске.